Всем привет, дорогие друзья, с вами Nonspace. Сегодня мы будем продолжать играть в игру Shadowfight 2, то бишь Бой с тенью 2. И это игра на iOS, то бишь на iPad и iPhone. Сразу должен вам сказать, что это шестая часть. И то, что буквально 2 минуты назад я начинал снимать этот шестой ролик, шестую серию нашего прохождения. И тут ко мне пришли гости, и у меня летсплей весь сорвался. Так как там начали разговаривать, а это все было слышно в микрофон. Поэтому я тут уже немного приобрелся новых вещей, а именно. Я победил одного из телохранителей рыси третьего. Там была какая-то девушка, Шип, если я не ошибаюсь. И я ее победил, но это должно было быть на записи. И еще к нам пришел какой-то чувак Трикстер, и он сказал, если вы меня победите, я вам отдам свои нунчаки. В общем, вон он нам отдал нунчаки, я уже успел их улучшить. Также я купил себе кабуто солдата. И все, да. В общем, и у меня 10 гемов, ну вот этих оранжевеньких кристалликов, из-за того, что я залогинился в Фейсбуке, и за это мне дали 5 этих кристалликов. И, в общем-то, это все, что было. Также я был немного на турнире. Ну, давайте начнем с турнира, раз так. Я очень, правда, расстроен, что вот так вот произошло, и вы не смогли увидеть, как я побеждал Трикстера. Вообще было все очень эпично. Было все отлично и классно, но, к сожалению, я не решился за, ну, видео залить на YouTube, так как там было много посторонних разговоров и всякого такого, и было все слышно. Но сейчас, я надеюсь, меня не побеспокоит, так как если побеспокоит, то вообще будет плохо. Эх, ладно. Мы сейчас сражаемся против какого-то разбойника. Я уже... Ай! Да что ж ты... Кстати, нунчаки очень сильные. Очень много отнимают хп. Итак, по-моему, мы скоро... Безумная сложность. А вот давайте на бой дня сходим. Ниндзя с кастетами. Нам предстоит его победить. Так, и вот так. Как-то он немного хп сносит, вы не заметили? Я что-то как-то уже о своем стал думать и перестал комментировать, что-то я как-то... Надо начинать, продолжать. Так, в общем, мы ему сносим. Мы его уже победили, нам опять дали грейд. Кстати, когда я победил Трикстера, мне дали 2 новые ачивки. Дали кучу денег и дали... Еще что, и еще грейд мне прописали, потому что у меня было очень мало хп, но я его победил. В общем, вот так это все было с Трикстером. Вообще он был такой мускулистый дядька с нунчаками. Ну, я его победил. Жаль, вы, конечно, это не увидели, но сразу прошу прощения за то, что ко мне пришли гости. Но я вообще не понимаю, чего они ко мне пришли. Я их не ждал. Ну ладно, в общем. Мы идем сейчас... Покупать себе вот этот вот нагрудник. Нагрудник Кенда. Но я его не хочу покупать. Дело все в этом. Я все еще с первым, кстати, хожу. С Роба. Поэтому нам бы не помешало его купить. Но я лучше улучшу как будто солдата. И постараюсь вот так вот выжить и сразиться на турнире. Правда, сложность безумно от этого не поменялась. Я просто не хочу тратить деньги на этот вот нагрудник. А сразу у меня же уже куча денег, сразу уже копить на другой. Вот the hell. Не зря тут сложность безумная. Ой, плохо, плохо, очень плохо. Нет! You shall not win! Ой, так как ты... Давай, yes, yes, второй раунд за нами. Так, молимся, чтоб третий. Мы победили ее. Эту шутницу. По ногам сейчас надо.
Что ты откатываешь? Бросок змеи. Отлично. Отлично. Отличненько. Критикал. Шок. Мы должны выиграть. Да, 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 да. Yes. Да. Ура. И новый уровень. Так, да. Неплохо ты получил новый уровень. То бишь пятый. Твои умения возросли. Спасибо, безглазый сенсей. Ура. Так, сразу давайте приобретем. Меч ниндзя. То бишь катана. Ой, я его хочу, но тут 28 монеток на... Ой, этих кристаллов надо. Плохо. Я могу мачете купить. Я могу купить иноземная броня. Я могу купить остроконечный шлем. Змеиная маска, классно. Так, ладно, сейчас посмотрим, что у нас есть. Двойной удар ногами в прыжке. Давайте посмотрим. Прикольно. Новый ачив. Ой, не ачивка, а умение открылось нам. Так, ну я даже не знаю, что нам купить. Я бы хотел меч ниндзя, но у меня еще 18 гемов надо собрать. Давайте мочите, что ли, купим, я не знаю. Либо иноземную. Все же я куплю иноземную вот эту вот куртку. Потому что у меня вообще самый первый нагрудник, это тупо. Так. Легко? Отлично. Сейчас твой давний знакомый Сатоши готов продать тебе очень крутой меч за смешную цену. Ну, давайте, давайте, посмотрим. 16 всего лишь? Мне 6 не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй. Может, можно как-то бесплатно получить эти гемы? Я бы очень хотел себе этот меч. О, фри. Сейчас посмотрим, что там надо делать. Так. Скорее всего, вам это наоборот будет видно. Сейчас посмотрим. По одному все. Register for tapjoy.com. 19 гемсов. Так, давайте там быстренько. Получить 19 гемсов. Ладно, посмотрим, что у нас там. На этом tapjoy. Прямо сейчас. Давайте. Привет, мы tapjoy. Хочешь гемс? Да, хочу. Я сейчас все спалю. Я сейчас свой email спалю. Так, ребят. Ну, прошло 7 минут и 55 секунд с того времени, как мы начали. Я, наверное, запишу 7-ю серию прямо после того, как я создам аккаунт тут, чтобы вы не ждали. И вот так вот. Наверное. В общем, да, на этом все. С вами был Donut Space. Всем удачи, всем пока. Да, сегодня была коротенькая серия, но, увы, я не хочу пылить свой email. Все, всем пока, ребят.